Добрый день, ребята и родители. Сегодня у нас следующее интересное стихотворение. География всмятку называется оно. Батюшки, глобус попал под автобус, смялся в лепешку, навехонький глобус. Многое наша земля повидала, но не видала такого скандала. Неуязвима стала планета. Все перепуталось. Части света, материки, острова, океаны, все параллели и меридианы. Компасы бедные бьются в истерике. Северный полюс в Южной Америке. Южный распался, как менее прочный, на два, на западный и на восточный. Африка сделала сальто-монтале. Дыбом обе Америки встали, и в довершение безобразия влезла в Австралию Малая Азия. Слышите, слышите, шип ядовитый, это кипит, океан ледовитый. Он заливает пустыню Сахару и превращается в облако пара. От высочайшей горы Эвереста ныне осталось мокрое место, а знаменитое озеро Эри спряталось в очень глубокой пещере. Белое море слегка обмелело, Черное море совсем побелело, и неизвестно даже ученым, белым его называть или черным. Вместо могучей реки Оренока пик Оренока стоит одиноко. И, очевидно, сильно страдает, так как уже никуда не впадает. В небе парят перелетные птицы, не понимая, куда отпуститься. К южному тропику птицы летят, а прилетели в царство метели. Возле экватора плавают льдины, бродят пингвины в степях Украины, и по шоссейным дорогам Европы бегают тигры, слоны, антилопы. Белый медведь носится по лесу, ищет дорогу на родину, к полюсу, а из-под елки глядит, обомлев, мишку увидевший, впервые увидевший лев. Где-то в Антарктике громко ревет синий от холода бегемот. Эй, не пора ли вернуться к порядку? Нам ни к чему география всмятку. А сейчас всего доброго. Следующее наше стихотворение, посмотрите, сказка про доброго носорога. Поэтому мы с вами прощаемся и встретимся в следующей сказке. Ставьте большой палец, если вам понравилось. До свидания.